Эдарта Билли Новик. Встречайте! Добрый вечер. Очень рад видеть всех вас здесь сегодня, в концертном зале Эдарты по такому замечательному поводу. Скажу сразу, что я познакомился, точнее, впервые услышал о Гавриле Лобнине благодаря рисункам, далеко не песням, рисункам, в котором был задействован контрабас, поэтому сегодня я на гитаре. Да. С другой стороны, песня, которая, ну, легла в меня как-то, осталась во мне крепче, чем другие услышанные мной песни. Эта песня, наверное, руководствуется принципом «У кого что болит, тот о том и говорит». Это песня про катание на коньках. Так вот, я на коньках кататься не умею, поэтому и хотел бы об этом говорить сегодня. Это песня, которая называется «Кататься». Кататься, кататься. Кататься, 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 кататься. По твердому льду уверенно иду, фигурки висят за спиной. К тебе тороплюсь я, милая Люся, ты будешь со мной. Кататься, 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 кататься. Люся не пьет, Люся коньками царапает лед. Вот я собрался, вот я иду, чтобы рисунки увидеть на льду. Там нарисованы наши сердца, Люсей из города Череповца. Курносая девушка с черной косой приносит мне чаю с колбасой. Кататься, 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 кататься. Будем кататься, 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 кататься. Мы будем жить, в танце кружить, мы счастливы будем всегда. Мы радостно будем, зимы не забудем, пусть светит над нами звезда. Нашу любовь закончить нельзя, она не имеет конца. Скользи же навстречу, зазноба моя, из города Череповца. Кататься, 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 кататься. А встреча с Билли Новиком может здесь завтра состоиться, потому что завтра концерт Тома Уэйтса, день рождения Тома Уэйтса, и завтра спектакль на сцене Эрарт, Билли Новик здесь будет петь, поэтому кто, у кого вечер свободен, завтра, пожалуйста, если вы так ему сегодня аплодируете, что же завтра будет с вами, ребята. Сегодня огромное количество еще актеров выйдет на эту сцену, кроме меня, кроме Кати, потому что Гаврик, он... Но очень он театральный такой, и песни очень театральные. И я буквально вот на прошлом концерте тоже говорил, что у Гаврика есть такие песни, которые иногда звучат в спектаклях. И вот я играл в двух, по-моему, спектаклях, где Гаврила песни звучали. Но понятное дело, что мы вместе учились в театралке. Была одна тусовка, был Гаврила, была Катя, были все как бы варились, чего-то репетировали. И вдруг, естественно, когда кто-то слышал песни Гаврика, конечно, хотелось это все как-то людям показать вам. И во всякие разные спектакли мы его песни брали, Катюнь, да, и Гаврик никогда не был против, всегда говорил, как бы, да, конечно, пожалуйста, берите, мне не жалко. Даже к сегодняшнему концерту, когда мы у Гаврила спрашивали, Гаврик, какие песни
песни можно петь, какие нельзя. Гаврик сказал, да, мне не жалко, берите, пойте, чего хотите. Возвращаясь в мир художника, мы прошлый концерт так волновались, адски, а рассказов про Гаврила очень много. И Гаврик разрешил их рассказывать. Ну, конечно, мы не будем рассказывать, неприлично. Сейчас был клип про школу с Андрюшей Краско. Вот, возвращаясь к детству художника, Виталик, ты где? Ага. У Гаврика лучший друг детства Виталик Калинин. И вот Гаврик рассказывает. Я жду Виталика в школу вместе идти. И выходит Виталик из подъезда. У него такой портфель такого мерзкого жидкого цвета. Мы его всегда дразнили. И вот он выходит, и ему мама кричит. Виталик, иди по левой стороне. Пусть этот гадкий Лубнин идет по правой. А то он тебя опять на помойку заманит. Вот. А потом Гаврик перешел в нашу школу. Они были старше, это были кумиры наши. Лубнин и Молев. И когда меня выгоняли из школы вместе с Лубниным и с Молевым, мне завидовала вся школа. Просто вся. А потом Гаврик заходил, и я говорила, мама, ты здесь? Ага. Гаврик заходил, и мама, Гаврик зашел, можно мы пойдем погуляем? И мама, да. И в окно потом кричит, Катя, возьми зубную щетку! И всякий раз была права. Мне мастер посвятил тоже песню. Она называется «Я превращу тебя в жабу». Но мы не будем сегодня петь эту песню, мы будем петь другую. Красиво пса.
глаза. Эту прекрасную светлую мысль, что сегодня, конечно, и на сцене, и в зале почти нет случайных людей. Мы, по большей части, все друг друга знаем, и уже по много лет, потому что лет нам тоже уже немало, о чем мне запрещают девочки говорить всегда. Я сейчас к Кате подошел, говорю: Катя, мы сколько с тобой знакомы? Она говорит: молчи, уйди, ничего не говори. Я почему вам так сейчас тоже это говорю? Потому что, конечно, ну вы даже поймете, некоторых ребят, которые еще будут выступать сюда, выходить, выступать, петь песни, я не могу их официально объявлять. Ну, это просто глупо, если я сейчас что-то буду официально про этих людей говорить, потому что, в конце концов, столько водки вместе с ним выпито, что это смешно. И чуть-чуть совсем пафоса я сейчас добавлю перед следующим исполнителем. Да, вы так прекрасно Билли Новиков встретили. Я хочу, чтобы вы всех так встречали, и этого человека тоже. Ни много ни мало, человек, который стоял у истоков группы «Ленинград», человек, с которым мы знакомы тоже лет 20 или 25 даже. Вот он уже почти что, вы слышите, как он выходит на эту сцену. Роман Фокин! Гаврила прознал про эти два мероприятия, он так сморщился и изрек: все это пыль, пыль. Но когда прознал, что весь сбор от этого мероприятия пойдет в его копилку, он обрадовался. Хочется огромной сказать благодарность устроителям и организаторам данного мероприятия, потому что это действительно очень, очень благодатно и вообще грандиозно, я бы сказал, да, прям так. Ну, все, я сказал теперь организаторам добрые слова, теперь могу делать, что хочу. Но а что я хочу? Хочу вспомнить, как мы где-то в середине 2000-х с Гавром делали совместную программу. Конечно же, его нетленок. Вот. И, ну, например, такая хитяра, как «Панама», звучала так, я так набросочком. Улетела затылка «Панама». Мне с земли не подняться никак. Я отдал за бутылку Агдама свой любимый зеленый пинжак. Я отдал за бутылку Агдама свой любимый зеленый пинжак. И мы приделали такой туда припев, которого так не хватало. И очень актуальный. Вольная, добрая птица я. Ах, не обижай меня. Еще тогда было дело милиция. Эх, вольная, добрая птица я. Ну не обижай меня, да, милиция. И так далее. Вот, ну что-то рожалось вот прямо вот, не знаю, на ходу, как это обычно
получается, когда мы с Гавриком видимся. Например. Назови меня другим именем, я готов сегодня быть Эминем. Обогрей меня своим выменем, уж неделю только пью, ничего не ем. Ну и так далее. Да, конечно, были времена. Сейчас, конечно же, это вот так вот. Уже не тот, я уже дед. Пахну, как енот, плюю на паркет, как бы не бронхит. Люли-люли подарил бы хит людям земли. Ах ты, погляди-ка, во лбу блестит, эта молодость наша летит, поет. Полные губы, мед да брусника, кто не знает, вряд ли поймет. Ребенок старый, со стеклотарой, целуй девчонку, танцуй, пой. Земля так близко, укроп редиска, и космос видит, кто ты такой. Может, на водичке? Я забыл с собой вынести. Еще сейчас песенка будет. Нет, я так и знал. Сейчас, вот, спасибо большое. Сейчас. Я еще песню не спел. Я понял, что еще не спел. Там еще знаешь, сколько людей там стоит? Тебе напомнить, какую ты поешь? Да. Хорошо. И вот однажды... Гавр протягивает листок бумаги. Там, как обычно, текст. Там заметки на полях, такие замечательные рисунки его. Со словами... Ромеро, это тебе песня. Весна. Весна, радостник мой.
Я шмель со синими очками. Мой дед пугал меня волчками, но я уже здоровый, Вова моя. Да будь на все готово. Тобой только брешу, дай нож. Я ведь не повторю, я твой. Звезда моя навеки, пой, пой. Текут большие реки. Слезы горькие польются, такая жизнь, брат, хрень для тебя. И слезы горькие польются не для тебя. Приходите на концерты. Браво, Фокин! Рома, привет. Вы знаете, я даже сомневаюсь, что кто-либо из выступающих далее даст вам столько спресси и энергии. Посмотрите на меня, пожалуйста. Ну, не на меня, естественно, а вот на эту прекрасную футболку, которая на мне надета. Она надета специально, как ведущего сегодняшнего вечера. Мне она была... Тут ниточка была. Ниточка была. Намотаем, потом посмотрим, кто. Да? Хорошо. Вот. Просто... Удивительно, что есть люди, которые знают песни Гаврилова, не знают его картины. Есть люди, которые знают картины Гаврилова и говорят, он еще и песни как бы пишет. Так вот, ребят, там прямо в фойе перед концертом, в течение всего концерта и после концерта продаются и картинки «Мужик собаку растил, вырасти отпустил». И его Гаврика альбом «Пьянство — это бритва» там, да, по-моему? «Пьянство — это бритва», и вот такие футболки, и вы уже... обратили внимание, что сегодняшняя наша встреча благотворительная. Я к тому, что все деньги там идут Гавриле. Вот, и за билеты, и продажа вот, от всего этого тоже ему. Поэтому делайте вы хорошее дело тем, что вы сюда пришли. Я как бы вас сейчас хвалю и говорю, что каждый из вас молодец, молодец, молодец. Ребята, готовы, да? Да? Да, все. Я же не могу вечно говорить здесь пока. Все готовы. И сегодняшние исполнители, многие, и вот люди, которые стоят за моей сейчас спиной, собрались специально ради сегодняшнего концерта, потому что каждый из них играет в разных коллективах нашего замечательного города Санкт-Петербурга. И они объединились все сегодня для одной единственной песни Гаври Колупнина, которую сейчас они споют, и называют они себя «Неводы». «Неводы», пожалуйста! Thank you.
наших снов.